все началось с уроков в школе, которые вела Галина Ивановна. Эти занятия были вот настолько вдохновляющими. Звездочками не становятся. Звездочек можно взращивать. И вот эта жизнь все время с молодостью, она тебя делает как бы молодым. Этот короткометражный фильм получил более 10 наград на различных фестивалях. «Столичный скорый» – дипломная работа Артема Антонова. Режиссерский дебют выпускника киношколы при киностудии «Ленфильм» оказался более чем успешным. Это было такое, ну что ли, прощание с детством. Это было прощание с институтом и, наверное, в какой-то мере было прощание с детством, с какими-то вещами, с которыми связано, да, там, детство, объяснениями в любви первыми, неудобством, стеснением, какими-то, на первый взгляд, вроде бы невзрачными тусовками, у каждого они где-то были. Хотелось просто попрощаться, что ли, вот с какими-то такими искренними детскими вещами. Именно с детства все и началось. Еще в школе Артем увлекся киносъемками. Ну, каждый в жизни ищет какое-то чудо. А для меня, наверное, чудо это было, что можно немножко вернуться во времени, как-то время остановить, зафиксировать. Видеокамер в то время не было, поэтому родители купили Артему любительскую 8-миллиметровую кинокамеру. С одноклассниками создали такую кинокомпанию «Синема». Некоторые создают музыкальные группы в школе, значит, у нас была кинокомпания. Снимали такие 3-5-минутные игровые фильмы, значит, в качестве актеров. Одноклассники были, они же в качестве операторов и всей съемочной группы. Вот. И, надо сказать, мне очень повезло и с классом, и с учителями, потому что очень все поддерживали. Кинокомпания «Синема» снимала все, что попадалось под руку. Вот будущий кинорежиссер химичит на уроке. А это математик Алла Викторовна. Как ни странно, именно ее абсолютный гуманитарий Антонов считает своим любимым школьным учителем. Уроки Аллы Викторовны отличались каким-то азартом. То есть, несмотря на то, что это была математика, которая, я говорю, от меня была достаточно далеко, да, но при этом о всех этих иксах, игреках, косинусах, корнях квадратных рассказывалось так интересно эмоционально, что невольно математика становилась чем-то другим, более увлекательным, более интересным. А значок 10 – две руки, и значок египетской нумерации 10, он тоже две руки называется. Цветок лотоса у меня не получится, но я попробую его нарисовать, который означает 1000. Вот можете тихо написать у себя в тетрадочке. Когда же я родилась? Уже не берись. По мнению Аллы Викторовны, математика – отличный повод для творчества. Однажды она дала ученикам задание написать сказку о геометрии. У Тёмы это был сценарий «Звездных войн». Ну, правда, в «Звездных войнах» участвовали треугольники различные, но, тем не менее, именно режиссерский сценарий прочитывался прямо. Вот прилетели, вот туда-то выстрелили, вот те-то побежали и так далее. То есть ты видишь, как происходит действие. Геометрии там было маловато. Поэтому я помню свою оценку. Очень интересно, но мало геометрии, оценка была 4. Чем я очень благодарен Алле Викторовне, что Алла Викторовна, она была такая, как мама в классе. Значит, при том, что, с одной стороны, она была достаточно строгой, то есть ее все так побаивались, она же завуч еще школы, вот, была. Но при этом она не пыталась сделать, там, например, из меня математика. Класс, который я провела с 4 класса по 10, был класс Артема. Вот Артем, вот Артемка, вот он. Вот с такой Аллой Викторовной вместе был в этом классе. И запоминаются дети не обязательно самые сильные и талантливые математики, нет. Они тоже запоминаются, все, но запоминаются личности. Ради любимого кино Артем был готов на все. На киностудии «Ленфильм» он работал администратором, бригадиром по массовке. Учился в университете кино и телевидения. А в 2005 году снял свой первый полнометражный фильм «Полумгла», который тоже успел собрать немало наград.
немецкая армия всегда отличалась дисциплиной. Вы же выглядите и ведете себя как русские. Я очень рада за него. Вот, и я очень рада, что Полумгла в свое время в Канаде получила премию за самое гуманистическое представление войны. Я этим горжусь. Действительно, это совершенно другое прочтение. Я смотрела этот фильм. Точно так же Алла Викторовна радовалась первой победе Артема и кинокомпании «Синема» в телевизионном конкурсе. Шоу называлось «Артбанк. Успех». С классом Артема началась такая моя личная традиция. На выпускном вечере каждому ребенку я дарю маленькое сердечко, на котором написаны стихи только для него. Вот. Где-то иногда бывает на одной стороне высказывания великих, как я понимаю об этом человеке, где-то просто только мои стихи. Ну вот черновички Тёмины я тут искала в бумагах, нашла немножко, и его было, строчки ему были такие: «Его мы любим больше всех, Артём, артист, Артбанк успех». И право с именем таким оно не может быть другим. В детстве кино было интересной и веселой игрой. И так случилось, что общее увлечение сплотило класс. Вот до сих пор мы встречаемся, в этом году уже 15 лет со дня выпуска. И поэтому каждый раз, вот первое воскресенье сентября, это день нашей встречи. Не каждый год удается там побывать. Последний раз я видел Аллу Викторовну 5 лет назад. Не хочется говорить какие-то такие общие вещи, что как-то волнуешься там или еще что-то. Нет, просто это очень приятно — встретить свою учительницу, своих одноклассников. Нет, моя солнышко, спасибо большое. Спасибо, я очень рада. Так, ну все. Они сказали, между прочим, что посмотрим. Здравствуйте, молодой человек. Я люблю смотреть глаза в глаза. Люблю ощущать себя, может быть, чуть старше, чуть опытнее. Но таким же человеком, стараюсь быть таким же интересным для них человеком, как они для меня. Ты уже для них, в общем-то, никто. Ты бывший учитель. Но им хочется прийти к тебе, хочется рассказать о своих делах, хочется рассказать о своих успехах, хочется услышать, что я им очень рада, и сказать, что они очень рады меня видеть. Вот это, наверное, наше счастье.